Короче, мне везет. Я тут куда-то коня шел, тут человек специалист по коням. Как будто в Матрице живу. Смотрел фильм «Матрица»? Я только к нему подошел и говорю, не, я пойду кого-то искать. И тут ты идешь. Понимаешь? А ну, я понимаю, что если бы я это делал, он меня реально бахнет. Я не опытен в этом деле. По-любому ж в каждой деревне есть люди, кто от лошади умер. Стрёмная фиговина. Вот он сразу задом становится. Может мне стать куда-то? Привали. Еще и мамаша топчет. То если бы я тоже так ходил я. Он барашек, наверное, ой, барашек забился травой. Пиздам эти, блядь, куртов. Пиздам эти, блядь. Игорь. Будь осторожен. Да не, ну и он нахер. Он... Да, вот это я так вокруг него ходил и понял, что я не справлюсь. Там перепуганный, не объезженный, ничего. О, герой. Hero. Ну все, тут этого мне достаточно. Я дальше размотаю. Самое сложное вот это было. Вытащить.